Фиорентиной, Интером, Наполи и Ювентусом остался в запасе. Ой-ой-ой, вот это да! Симоне Дзадза забил. Промедлил он с вводом мяча в игру и передержал его, безусловно. В таких ситуациях нужно либо финт закладывать, ну, либо выбивать мяч в аут. Но похоже, что не поверил Де Санктис тому, как Симоне Дзадза будет вести борьбу в дальнейшем. Ну а Симоне Дзадза нацелен был на мяч.